Знаменитое Сколково может быть намного ближе, чем многие думают. Талантливые тверичане стали резидентами этого инновационного центра благодаря победе в федеральном мероприятии «Стартап Тур». О том, что они изобрели и какую награду получили, вы узнаете из нашего следующего материала выпуска. Алексей Степанов, ставший победителем «Стартап Тура», уже знает, на что вместе с партнером потратит призовые 300 тысяч рублей. Они пойдут на совершенствование интерактивной музыкальной панели. Изобретенная как домашнее развлечение, она уже имеет более серьезные перспективы. В дальнейшем мы планируем приносить это не музыкальную вещь, а уже, например, в изучение азбуки для ребенка с помощью звуков. И со временем больше даже рассматриваем как социальный проект, это для обучения слепых. То есть тактильные вещи, которые он ставит, получается звук. «Стартап Тур» – это акция федерального уровня, которая проводится в течение 10 лет. В этом году она собрала около 80 участников. Главная идея – активизировать разработку инновационных проектов. В 2021-м в фокусе внимания Тверь, которая стала столицей мероприятия. Поэтому, в отличие от всех остальных регионов, именно здесь была проведена предварительная работа, предварительные менторские сессии, образовательные программы для тех стартаперов, которые решили принять участие в конкурсе. Именно поэтому здесь была борьба между конкурсантами не на жизнь, а на смерть во время проведения конкурса. Но, конечно, главный девиз «Стартап Тура» – это не просто участие и даже не победа, а практическое применение идеи, чтобы она заинтересовала инвесторов. Самое главное, что от региона идут уже сейчас заявки на резидентство в фонде «Сколково». И у нас собралась очень приличная база инновационных проектов для поддержки в рамках деятельности венчурного фонда. Среди тех, кто станет резидентом в Сколково, и Алексей Степанов с партнером. Их идея уже заинтересовала многих инвесторов, в том числе и зарубежных. Причем работать будут они из родной Твери. Пандемия коронавируса показала, что никаких проблем тут нет.